Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который просил посмотреть этот... Да, смысл в чем? Вышел ролик у Виталия Орехова. У Виталия Орехова вышел ролик, и мне пришел донатик сразу же, ну почти сразу. Донат от человека, от этого человека, который представился Евро. Хочется поддержать канал, и у Виталия Орехова вышел новый ролик. Хорошего настроения и здоровья. Спасибо тебе большое, Евро. Давайте глянем уж. Виталия Орехова. Новый ролик. Спасибо еще раз, говорю, большое за поддержку, Евро. Так, типичный ресторан. Виталий Орехов. Ставлю, значит, лайк. Ставлю комментарий для развития канала. Вас, друзья мои, попрошу проделать те же самые манипуляции, только уже со мной. Комментарий напишите там мне. Лайк поставьте мне. А я буду начинать. Внимание. Данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, у неё просто больная фантазия. Так. Очень больная. Что расслабьтесь и получайте удовольствие. Кстати, я тоже когда дома себе, если нарезаю помидорчики, их тоже вот ломтиками прям аж прозрачными режу. Ну, прикол, нравится мне просто вот. Но в ресторанах, вот в общепитах, честное слово, вот это чай, никогда, ну, бывало дело, да, ел, но стараюсь не ходить туда, вот такой, может, KFC только если. KFC там, ну, такая ерунда. У меня брат работал в ресторане официантом, ну, и только он работал, так знакомые есть, которые работали. И после того, что они там рассказывали, что официанты вытворяют, что повара делают, фу, мне прям на всю жизнь отбило желание в такие заведения ходить. Помилуйте, нет-нет. Да, и ролик есть, я скоро, может быть, не знаю, может, уже вышел, нет, не помню. Ролик есть про елперов. Ха, на Южный парк. Блин, тут все так дорого. Давай лучше в магазине пивка с рыбкой возьмем и ко мне поедем, сериальчик посмотрим. Я женюсь. Ходи за меня. Выходи за меня. А, замуж, все, блин, все правильно, все правильно. Выходи за меня замуж. Вам все понравилось? Да, все было очень вкусно. А это вам на чай. Щедрые на чай. Ну, такой, я наслышан, такие, да, бывают. Вам все понравилось? Пойдет. Ни в чем себе не отказывай. Как бы, с другой стороны, он и не обязан давать чаевые. Это какой-то такой, как сказать, негласное правило, можно сказать, чаевые давать. Дешевое заведение такое, я понял. Ресторан у Вольеры. Знаете, в Камеди Клаб прикол такой был. У Вольеры. Твое здоровье. Когда? Офиг, твой друг. А, официант. Официант, друг. Я думал, я-то думал, что это, типа, дешевое заведение, где это относится. Как, почему? Что, сядь, слышь, типа, садись, пес, ешь, типа. Я только был в заведении, ну, опять же, говорю, при вокзале любой забегаловке там вот такое вот отношение. Доброе утро. Здравствуйте, а я успею завтрак заказать? Да, конечно, еще полчаса. Отлично. Может быть, закажете сразу? Не, я повыбираю. Хорошо, подойду минут через 5. Угу. Вы что-то уже выбрали? Я так понимаю, я завтрак уже не успею заказать. Я сейчас бизнес-ланчик что-нибудь выберу. Хорошо. Через 5 минут. Хорошо. Еще 5 американо. Закончу. Шейкер. Челс. Вообще, я рассказывал, да, у меня есть коктейльный набор. Все, что из него нужно, это только шейкер. И то не всегда. Ну и хорошо. Может, скорее уйду.
Ага, конечно. Целый день здесь сидят, один кофе заказывают. Потому что Wi-Fi бесплатный. Задолбали уже. Фрилансеры, ну фриланс это очень тяжелое дело фрилансу, очень тяжелый фриланс. В том плане, что тебя обманут, постоянно кидают, нет никакой гарантии, трудового договора нормального нету, ты вообще работаешь, это очень страшное дело, фриланс нет. Они воды заказали. Это воды! Это вот я, опять же, говорю, творческое объединение свое создам, там у нас будет все нормально, никакие фрилансеры там не будут. Ну да, будут, конечно, фрилансеры сами с собой. Кто захочет, может оформиться официально. Там разберемся, как-нибудь оформимся это дело. Я пока что не знаю, не влезал в это. Сука! Вы уже готовы сделать? Я вот думаю, медальоны из свинины с картофельным гратеном или без строганов с булгуром в сливочном соусе. Я бы Чё, слова такие, блин. Советовал вам без строганов с булгуром. Паста карбонара. Я понял. Спустя еще 3 часа. А что такое момо с лососем и тыквой? Молодой человек, дело в том, что кухня через 5 минут уже закрывается. Блин, я кушать хочу. А омлет успеет приготовить? Тормоз. Мне, пожалуйста, суп с овощами и бараниной, салат с ростбифом, салат цезарь с курицей, также жареный лобстер, стейк рибай... Что, блин, весь ресторан решил скупить, что ли? 400 или 500. Тартары из тунца, нежный краб, карпаччо из ягненка, куда тебе выгоняли? Куда в тебя все это влезет? И бутылочку Шандон Майот. Прекрасный выбор. Молодой человек, а я хочу Сибасон. Мне нужно Сибасон. Вы что будете заказывать? Хорвалол есть? Попадос, да. Сынок, а что это за столовая? Эдуард Суровый, слепой или кто это? Эдуард Суровый. Говорит, я буду, говорит... Салат за 5000 рублей, вино за 12000, еще, а вы что будете? А я хочу Сибасо. Я хочу Сибасо побыстрее. У нас ресторан изысканных блюд. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим меню. Сколько? 36. Да ты что? Сука. Цены в ресторане. Да, да, ну а что поделать? Там цены... Как бы учесть, что ты под крышей сидишь. Для тебя готовят все это дело, да? Поэтому... Тортилос гриль. Дорог... Ой, тут так вкусно пахнет. Тебе понравилось? Mm-hmm. Так может мы сейчас с тобой пойдем? И купим все это? Пройдем мимо еще разок. Сука, козел. Находчивый, это очень находчивый. А я даже сказал бы, издевательский. Извините за беспокойство, мы скоро закрываемся. Не могли бы оплатить чек? Это как анекдот такой есть, знаете. Мужик сидит такой, квасит. Ну, уже изрядно поддал так вот. Официант принес счет там. Официант, счет, давайте, я домой пойду. Дает ему счет, он берет такой, берет бумажку, считает там. Одно, второе, третье, пятое, десятое, все, раз, там. 200, 300, 400 рублей прокатило, 600 рублей. Официант, а что такое прокатило 600 рублей? Официант берет такой чек. Не прокатило. Не прокатило. Да, конечно. Блин, я, похоже, портмоне оставил в такси. Сейчас я позвоню таксисту, он мне подвезет мое портмоне. Уважаемый клиент, на вашем счете... Я, кажется, рассказывал прикол. Вот реально у меня был прикол. Я рассказывал, по-моему, не знаю, еще раз расскажу. Вот очень похожая история. Еду, я домой на электричке просто катаюсь там. Общественный транспорт добираюсь. Когда автобус, когда электричка, там по-разному. Еду на электричке. Встречаю знакомого. Он такой знакомый был, он мне даже не друг, не брат. Так вот, знаете, просто как-то раз познакомились в электричке. И то просто пьяный ко мне пристал, что-то дурака валял и все. И как-то так просто знали, просто видели, здоровались так. Не более. Проходит, года полтора, может быть. Мы с ним опять встречаемся. Он такой, ох, что там... Как поживаешь там в своей нищенской работе, опять работаешь, там все такое, ну, чтобы понимали, ну, как бы нормально. Ну, средняя зарплата у меня была такая, средняя по России, скажем так, была у меня зарплата. Я говорю, ну да, там, потихонечку работаю, все. Да, нахрен тебе, пошли ко мне, я там вот бизнес там, туда-сюда весь кручусь, верчусь, там все, фу. У меня 92 тысячи или 95, я сказал, зарплата, это на тот момент был, этот год, 15-16 год, наверное, был.
как не соврать. Да, 15-16 год, прикиньте, 90 тысяч в 16 году получается. Сейчас хорошая сумма, а в те годы еще было больше. Я такой думаю, нифига себе, да. Он такой, давай, там, я тут тебя буду, я там договорюсь для тебя, там, все, фу. Я говорю, да ты знаешь, я вот работаю в своей работе, тут стабильно все-таки, я сам уже устроился, я знаю здесь всех, а там что-то предлагаешь, не знаю, какие-то мутные схемы ты предлагаешь мне. Да я тебе говорю, там ты что, запиши, я там туда-сюда. Ну, я говорю, да нет, ты знаешь, я не хочу, я за стабильность, мне вот нравится, все устраивает, спокойно, тихонечко работаю, и никто мою работу никто не поработает, кроме меня, ну, все нормально. Так вылазим. Вылазим с ним, этот, приехали, он такой, братан, можешь мне Wi-Fi раздать немножко? Я такой, чего? Wi-Fi раздать? Ты ж 90 тысяч там получаешь. А я тут что-то около 30 получал. Ты охренел, что ли, говорит, какой тебе Wi-Fi раздать? Там, нет, 35 пускай будет, не помню. Он такой, да я просто что-то замотался, не успел это положить, деньги сейчас я приеду, это положу, у меня же там... Я говорю, ладно. А как? Я что, имел, он не показал, я раздал Wi-Fi ему, ну, типа, на WhatsApp. А такой, сейчас, подожди, я кое-что сделаю, выходит за угол. А там ушел, так, грубо говоря, пару метров от меня, за угол встал, думал, я не услышу. Звонит такой в телефон, алло, папуль, ты можешь тебе пару сотен перевести на такси? Да-да-да, я там опять что-то такое. Бизнесмен, блин, 90 тысяч, говорит, зарабатывает. Сука, такие твари бывают вообще, такие кадры. Я хотел бы поднять этот бокал и поблагодарить тебя за то, что ты со мной с самого начала. Мы с тобой очень многого достигли и достигнем еще больше, потому что ты меня никогда не подводишь. Я могу тебе доверять, ты самый дорогой мой человек, и я тебя очень... Либо из зеркала разговаривать. Я же ей иногда пишу, когда она такая, типа, что ты делать будешь? Я говорю, пойду на дачу, побуду самым лучшим и замечательным на свете человеком, слушаю собеседником, который мне рассказывает анекдоты, и все. Она мне такая, с собой, что ли? Наедине опять с собой хочешь побыть? Люблю. За тебя. Я так и знал. Но это предсказуемо было, на самом деле. Уже самым дорогим человеком, да. Повар этот какой? Как он? Шеф-повар. Истеричка. Это пиццерия какая-то. Ладно, не важно. Мариш, как ты его на шампур натянешь? Что я как готовил? Дербесовости! Как вы надоели, кикинила! У нас салон справился! Да у нас полная посадка! А где моя карбонара? Уже все гости жалуются! Карбонара на стопе садилась! Вытяни эти продукты! Дерьмо! Ты почему она сижет? Повар-тиран какой-то, блин. Акуза, кутырок! Так вы надоели, кикинила деле! Надо поджарку делать, а ты что стоишь? Это по-твоему цукини? Это цукини? Это баклажан, по-моему. Ой, баклажан. Кабачок. Я тебе такое цукини засуну в жопу. А ты что тут... Обещаешь? Можешь мне раздать? Сколько тарелок перебил уже? Светлана, я не слышу хруста безе. Дерьмо! Светлана, это безе! Где хруст безе? Безе. А, это сахар делается, которая... Сахар с белком яичным мешается, он такой и потом он такой хрустящий становится, безе называется, да. Его еще на этот, на куличи еще сверху наносит, белый такой, да, безе. Безе, Светлана! Как вы надоели, дикие мелочи! Сколько тарелок уже перебило, блин! Никогда 5 звезд не получим! Дай бог 3 бы защитить! 5 звезд, да? Тот самый шеф-повар. Какой тот самый? Из сериала, наверное, который «Кухня». Я не смотрел просто его. Посмотри, что делают. Блин. Это эпоха матриархата просто. Присмыкается перед бабой, ну вообще. Обычно так говорят те самые, которые самые каблуки. Вот они самые жесткие каблуки. Они всегда вот когда вот отрывят жены, они такие «Я! Да я такой! Я вот такой!» Это представь, они вот в ресторане так, а что они дома делают? Мне, наверное, дома ноги моют. Ага, языком. Пойду им счет отдам. Ну, давай. А она плачет, наверное? А, ну тогда понятно. Я, ну тогда, в принципе, уважаемый человек, что сказать. Это вообще нормально. Ну, если так, то молодец.
Вот это правильно. Содержанец. Кстати, такое тоже бывает, да, часто еще. Суки невозможны! Пойду новую команду наберу! Степаныч, блин! Профессионалов! Заеб... уже вообще! Что у вас тут происходит? Ой, Анна Николаевна, у нас в порядке. Обсуждаем новое меню. С понедельника хотим запуститься. Вот. Светочка, будь добра, посмотри, в холодильнике сколько филе миньонов. У нас уже 2 отказа и жалобную книгу попросили. Вот, блядь, а. Кстати говоря, жалобная книга, она уже не имеет никакого веса. Ее в 19 году, кажется, отменили. Или в 18. Ее отменили, короче. Так что спокойно. Так что можете не переживать. Пускай хоть опишется туда. Ну ничего. Сейчас пойду поинтересуюсь. Что не так? Админ 2. Админ. Чуть-чуть такой. Ну это держатель для телефона вообще-то. Штатив такой. Значит, ну штатив. Как бы смешно, блин, но ничего смешного в этом нет на самом деле. Сука! Такой стресс, типа, для них, что ЕГЭ сдали. А я что не так понял? Блин, это классно, это классно. Что ж, давление, посидели все. Странно, почему он не в образе наркомана? Пойдем. Прошу прощения, молодые люди. У нас со своим нельзя. Сейчас такие, ладно, женщины поменяются. Да! Со своим, блин, да, наоборот, мужиками поменяются. Да. Со своим нельзя, да. Сломался. Добрый вечер, у вас там из-за брони? Просто пописать туда, да. А я с них пробковый сбор взял. А зачем? Они же с собой алкоголь не приносили. Пробковый сбор? Они просто тупые, как пробки. Об этом, и такой, думаю, что-то вот, что-нибудь пробковый сбор, что-то вот такой в голове начал, только вот начал, ну, допирать до этого, я вот сказал. Тут сбор. Молодец. Пробковый сбор. И откуда он узнал, что у меня пробка? Она у тебя что, светится? Нет. А у меня светится. А у меня с вибрацией. Вот такое вот. А, типа, в запрещенную соцсеть выкладывает. Что это такое? Горох, что ли? Интересно, какой-то первый раз вижу. Сегодня блюдо, а запивать будем вот таким вот замечательным вином. Всем приятного аппетита. Сейчас скажут, верните деньги, у нас не будут есть. Так, для подписчиков я поела. Теперь поем для себя. Руками так. Я про руки тебя пошутил, конечно, но классно. И морды, как я сказал. Фудблогерка. Ой, блин. Оно какое-то название есть у этих фудблогеров, которые едят. Я забыл, у корейцев очень раз вот я рассказывал. Не помню, есть такой, да. Ч?
Типа ищет, кто за них заплатит. А чей это номер интересно? Это же реально номер телефона. 953. А если позвонить туда? Нет, я не буду. Это передача раньше была на СТС, 6 кадров. Такой сидят муж, мужик-женщина сидят такие, подходит официант. Это, говорит, вам бутылочек шампанского ставить на стол. Это вам передал мужчина с того стола. Мужик сидит такой недоволен. А вам просил передать вот это. По щам такой дал ему. Урил! Урил! Сигма. Что значит сигма, друзья? Подождите, я не могу, блин. Что значит сигма? Я вот все время вижу везде сигма. Сигма. Это. Хотя бы просто. Я всегда как-то упускал мимо себя. Сигма, сигма, сигма. Ага. Букву греческого алфавита, систему графики. Нет, ну вот сейчас прикол или что такое. Кто такие сигма? Кто такие сигма? Ча... Сигма — это... Вот, сленг. Ну, в молодежном сленге они крутые парни, которым не нужно общественное одобрение, но они все равно его получают, ассоциируются с главными героями. А, Посольский клуб, Острые козырьки и Джон Уик. Все, понял. Чё я тыкал? Все, понял, понял. Немножко, конечно, понимаете, такие вот... Ну, в принципе, одним словом, сигма. Всегда как-то я мимо меня проходил, говорили все, я сигма, я в шопу вас чушь порите. А сейчас теперь интересно стало, вот, ну, когда уже, ну, понять контекст. Ваш счет. О, нифига себе, тут на 8500. Сколько? Так, спокойно. У меня на этот случай есть отдельный прием. Администратора нам можно? Что такое? У нас в супе таракан. Принесите книгу жалоб. А давайте все блюда за наш счет и комплимент от шеф-повара. Ну, не знаю. Че, комплимент? Лещей подвешивает его. Или какой-нибудь, знаете как? Я не утверждаю. Вот за что взял, как говорится, за то продал. Вот как мне рассказывали, как поступают вот с такими клиентами. Вообще, в принципе, ты начинаешь хамить там, ну, там, где может и просто так достаться, вот ни за что. Вот. Там твари такие работы тоже, я поэтому, я говорю, я в какие места не хожу. Лучше дома питаться. И вот, берут, короче, на кухне самый грязный бокал. Извините, сейчас стошнит. Может, не стоит рассказывать это? В общем, все трудно харкают. Я ж хават раслетел. Все трудно харкают, бокал вот этот. И наливают туда кофе, чай, что-нибудь такое. И приносят тебе, типа, это... Как это называется? Комплимент от шеф-повара. Я наслышан об этом. Лично не видел, как бы. Услышал. В армии слышал такое, что дебилям такое. Давайте все, прекрати. Если мой друг согласится, думаю, договоримся. Извините за это недоразумение. Вот видишь, всегда срабатывает. Так себе лайфхак. Ну это старый такой прикол. Всегда... Часто гуляет во многих фильмах, во многих приколах такой, да. Не знаю, на самом деле такой срабатывает, нет. Но, с другой стороны, если ресторан какого-то высокого качества, высоко метит на высокое, то да, ему проще жить и бесплатно, как херсон козлы. О, опять ты? Ну вот вам комплименты. Детка, это не наш таракан, наш покрупнее! А у вас есть что-то? Это не наш что, таракан? Дядь, это не наш таракан, наш покрупнее! Ха-ха, это не наш таракан! А у вас есть что-то эко-френдли? Ну, нам просто нельзя. Эко-френдли, экологическое, ну, эти, как их, вегетарианцы. Сладкое, соленое, горькое, мучное, жареное. Я вас понял. А еще вам нельзя глютен, сахарозу, лактозу и все продукты с ГМО? Да, дверь вон там вот. Дверь там! Все верно. Что вы нам посоветуете? Я посоветую вам с**ть отсюда. По-хорошему! Эко-френдли. Не, на самом деле, я не знаю, я таких людей просто не встречал. Я только прикол про них вижу всякие. А так, я не знаю, ну, не хотят не питаться какие-то определенные продукты. Пускай питаются, я... Что такого-то, в принципе, ничего не вижу.
Пишите в комментариях. А какие еще людей встречали в ресторане? Ну, сначала алкашей, которые там бухают. Динамо тоже всякие есть, которые, когда этот, как его, про женщин можно снять прикол. Ну, очень распространенный прикол, что женщины ждут, что мужчина заплатит. А он такой, да мы пополам заплатим. Ну, что-нибудь такое можно было бы. Тария, кого еще можно встретить в типичном ресторане? Жмите лайк, подписывайтесь на канал и дай вам Бог здоровья. А... Может, встретить, которые обожрутся, начинают плясать там. Добрый вечер, у меня понос. Говорит, хорошая шутка должна быть как понос. Резкая и неожиданная. Пердёж, тяги долетел. Светлана, я не слышу хруста безе. Это безе? Где хруст безе, Светлана? Ну, правильно, если ты орёшь, как ебанутый. Как ты услышишь, блин? А вот такая вот, друзья, сегодня у нас с вами получилась реакция. Понравилось или нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Будьте клёвыми. И всем пока. Делай как по кайфу, родной. Только в рамках дозволенного.